Всем привет, друзья! И у нас в Fortnite в 15 сезоне разработчики ввели новую редкость оружия — это экзотические оружия. Они отличаются тем, что их покупаешь только у продавцов за золото, и стоят они очень дорого. В чем привилегии этого экзотического оружия? Допустим, Юспик после попадания подсвечивает игрока, показывает, где он. Снайперка Синоптик показывает, где следующая зона. Все увидите в ролике, всем приятного просмотра, не забывайте подписываться, ставить лайки. Погнали! Сейчас я из NAP51 постараемся найти эту редкость и выхватить ее. Так, я же полечу и попытаюсь забрать себе снайперскую винтовку, а знат будет брать юспик экзотический. И мы постараемся выжить, но я вам так скажу, она очень дохера стоит монет, 1200 монет. И у нас не будет много попыток это снять. Я в свою очередь лечу за дробовичком, постараюсь нарулить сейчас экзотический дробовик. Но опять-таки, если этого чела, который продает его, не убьют. Продает у нас экзотический дробовичок блинчик, если он еще там. Так как знат уже потратил свой косарь золото, я просто обязан нахрен найти и где-то что-то купить. О. А кроме блинчика кто-то есть еще? Блин, меня чипы стреляют, я ушел. Походу блинчика нету. Блин, и он возле блинчика бегает, чтоб ты понимал. А то есть он никуда не уходит. Куда? О, тут какой-то чел ходит, может, у него сейчас экзотику куплю. А ну стой, стой, стой. Это девочка-анимешница. Тяночка, стой. О, экзотическая снайперка у нее. Охереть. Да? Нашел? Все, я покупаю. Давай. Есть, я купил. Охереть, ёшкин кот, какой это путь был жесткий. Все, ребят, взял экзотическую снайперку. Вот так вот она выглядит, синоптик. О. Так, ты можешь как-то вот сюда идти? У меня дробовика нету, дядь. Блин, если я сейчас сразу сдохну, я просто охерею нахрен. Наконец-то я нашел эту снайперку. Жесть. Да, на следующую зону показывает. О, это по мне стреляют? Да, по мне стреляют, у меня типы. Не могу понять, что выпало. Опа, попал. О, пошел контент. Дарт Вейдер, Дарт Вейдер. Синоптик, синоптик, братик, синоптик. Его просветило, ты видел его? Да-да-да, я ему дал. О, еще сзади по нам стреляют. Подождите вы, блин. Опа, пацану залетело по плечи. Еще 20. О, белый-то вообще. Давай я его уронил, запушим, уронил, давай его запушим. На уронил. Я пушу его, пушу его. А, братик, куда? О, дробовик наконец-то нахрен. О, смотри, у меня по хп отменочка какая. Улетаем. Я разлом юзаю. А где? Давай, 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 давай. Ты же не говоришь ничего. Капец, это катка, я просто манал нахрен. А, один шот, и я умер. Давай, летим в зону, Кайл. Давай умирай, типа. А где дальний? Не хочу я умирать, как дальний мой аэродроп. Блин, ты выкупаешь? Одна тычка просто попадет. Правей, вокруг горы. Можно, конечно, вот этот костер погреться. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сразу. Блин, это капец, это такой страшно бред. Вообще. Мне страшно играть из-за того, что я очень долго золото это собирал. Типа, вот это основная причина. Вот это минус. Прям. Понимаешь, если бы можно было слиться, пофиг, я бы слился и дальше пошел. Но дело в том, что мы заново не сможем, ну, это очень долго придется фармить. Вот вся проблема в чем. 25 умри, корпус. Время, плюс она урон еще подсвечит, 51 в голову. Фух, хилимся, ребятки, хилимся. О, минус охранник. Экзотический синоптик. Блин, как же тяжело он дается. Почему так дорого? Я надеюсь, эпики сделают подешевле. Ну, по времени, потому что это очень дорого что-то. Ты чекай, надо резать, надо резать. Я качаю зону следующую. Смысл, ты взял синоптик с ним, говоришь, без зоны. Вов 20. Потому что я даже с него поиграть не могу. Мы постоянно бегаем, ищем там то хил, то еще что-то. Купили, называется, две экзотические. Не, это капец. Это очень дорого, ребят. Они, конечно, и прикольные экзотические, но они очень дорогие. Ты берешь и типа ты больше очкуешь играть, нежели ты удовольствие получаешь. Потому что для ролика, типа, сразу умереть, но это капец. Потом еще в 10 уровней фармить это золото. А ну, что-то такое себе. Так, смотрим. Зона здесь потом будет. А, внизу, да? Ну, где-то в этой зоне. Точно не могу сказать. А у тебя синоптика большой урон показывает? По 80. Не, тело показывает. Они видят, да, меня? Видят. У него что за пушка? У него снайперка. Мандалорцы. Мандалошкинцы. А, мандалошкинцы. Поэтому он меня просветил, да, я понял. Подожди, а где еще один? А, 2 на 2 остались, все. 2 на 2, я что говорю. Они вдвоем вот там за постройкой сидят, вы рофлите, что ли? Так они светят.
А следующая зона где? Еще ниже. Ко мне где-то примерно, даже правее. Вот здесь, короче, где-то. Вот здесь. Короче, ко мне тебе надо идти. О, смотри, он выходит. Блин, я, конечно, хочу с ним постреляться, но если он меня шотнет, это будет фиаско, братан. А мне вот как с пистолета стрелять, он со снайперки. Поводили снайпер хера вот куча, я его не вижу. Он довошкинский, вы где-то наверху сидите. А вам к нам вам надо будет идти, вы понимаете, нет? Вы понимаете, нет? Вам сюда идти, к нам, в гости, по-другому никак. Ой-ой-ой! Ты попал, нет? Нет, но это было очень близко. Блин, как же опасненько. Это, конечно, очень опасно. А сколько я, подожди, у меня выстрелов? А, у меня 6. У меня 6. Нету этого разлома. У тебя нет разлома, да? Они видят тебя через... наперед. Я понял. Я понял, поэтому ты я... стреляешь на обум. Он тебя шотает, все, минус ролик. Ну, я пробую как бы. А что теперь мне сидеть? Зачем блин, мне а что нам снайпер? Делать, чуваки? Я не знаю. Блин, ну они не пикают, кстати. Они очень удобно. Они, кстати, очень аккуратно играют. Вообще не пикают. Они вдвоем просто. Я боюсь, что один байтить будет, и потом второй шотник. Смотри, вот смотри, вообще не выходит. У нас-то ролик, у них обычная катка, пацаны. Давайте выходите нахрен. Как бы в чат можно было писать, да? Эй, у нас ролик, поддайтесь нам, да? Капец, они там застроились. Так они застроились, смотри, как жестко. World Cup, нахрен. Так им спускаться надо будет. Подожди, а мы в зоне или нет? Или нам подойти чуть-чуть надо? Так ты чекни. Дай я чекну снайпер 10 секунд. Не. Ну вот, нам чуть-чуть надо выше вот здесь, где я поставил метку. Отойти чуть-чуть надо будет, и все. А, видишь? А следующий. Четко где? Показал. Ух! О, брат, что так делаешь? Они спускаются. То, и чуть-чуть вперед еще, вот туда. Вон, на горе. Броню ему снял. Ой, хорошо. Видишь, и посветил его, да-да-да. А второй где? Снизу. О, мандалорец попал. Теперь идет пушить. Я запиваюсь. Аккуратно. У меня с мандалорской попал. О! Куда, братик? Куда просто? Убил он. Я хочу с пистолета его забрать. Блин, у меня мало хп. Сиди, пока я его не файчу. О, у него есть аптека, только не умри, еще не умри только. А ты его видишь теперь. У меня аптека, все. Блин, это капец, пацаны. Ты ему в голову я дал. Хочу жить. Живи, я уже захиливаюсь. Да-да, нет, с экзотической, да-да, нет. А ну, сейчас отойду, чтобы с экзотики стрельнуть. Не сюда, я его с пистолета почти убил. Да! Сюда! Я его с пистолета убил! Ну вот такие вот, ребят, экзотические пушки. Нормально тяжело показать в бою, потому что, камон. Но это полуавтомат. В принципе, на грани такие просто. Пушечки. Но мне кажется, это все равно дорого для этих пушек. Надеюсь, что эпики сделают очень. Хотя бы это, по 500. Блин, это столько очень времени дорого. Надо потратить, чтобы нафармить вот это золото. Потом лайков максимально должны завести просто. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!